Взбиваем их миксером. Высыпаем сахар. И тоже взбиваем все миксером. Высыпаем одну пачечку порошок к печенью. И тоже миксером все разместим. Выливаем подсолнечное масло 130 грамм и кефир тоже 150 грамм. Выливаем все в массу. Добавляем 400 грамм муки, пересеиваем ее обязательно. Добавляем дзюкаты, где-то 3 чайные ложки. В магазине продаются уже нарезанные кубиками. И ложкой хорошо все вымешиваем. Можно еще добавить. Намазываем масло в форму. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут.